Друзья, добро пожаловать на мой канал Пушкин Лайф. Сейчас буду смотреть объект. На продажу будем брать объект недвижимости, двухкомнатную квартиру в районе теплотехнического института. Сегодня тепло, но ветер такой прямо. В общем, интересный объект, я думаю. Панорамный вид из окна. Со слов собственника, обременений никаких нет, нет никаких перепланировок. И самое, что интересное в этом доме, сделали капитальный ремонт. Хочу сейчас посмотреть итоги этого капитального ремонта. Сделала управляющая компания. У них управляющая компания не ДЭС Калининского района, а другая частная компания. Что-то там все у них поменяли. Сейчас интересно посмотреть, как это все выглядит вживую. Вот, поэтому сейчас просто промониторить само качество этого ремонта и вам покажу. Потому что с капремонтами у нас проблемы. Но вот сами своим взглядом оцените и отпишитесь в комментариях, понравился ли вам капремонт, как провели. То есть поменяли там радиатор отопления, стояки. Поставили, кстати, трубы полипропилен. Вот, то есть полноценный. Сделали очень хорошо подъезд. Опять же, это со слов собственника. Ну вот сейчас будем вместе с вами смотреть, как вживую все это выглядит. Что, пошли смотреть квартиру? Начинаем обзор. У нас эта площадка, посмотрите, сразу показываю состояние потолка в подъезде, что нигде никаких протечек нет. 4 квартиры у нас на этаже. Вот такая хорошая железная дверь, вход в квартиру. Так, мы закрыли. Так, здесь небольшая прихожая, но разместиться можно по вещам. Никаких проблем здесь поставить маленькую прихожку, есть возможность. Далее мы попадаем в совмещенный санузел. Если как, обратите внимание, здесь, смотрите, был произведен капитальный ремонт в доме, соответственно, в квартире что сделали? Поменяли полностью стояки, полотенцесушитель поменяли полностью, поставили запорную арматуру. То есть можно, если поменять полотенцесушитель, он потечет, можно это все перекрыть. И вода не будет бежать. То есть, смотрите, канализация вся пластиковая поменена. Вся труборазводка полипропиленовая. Даже вот окошко, вот это вот знаменитое осталось, хрущевское. Новый унитаз, новая сантехника поставили. Далее мы попадаем, идем, у нас кухня. Кухня относительно такая просторная, хоть она и 6 метров, но очень светлая. Здесь, кстати, смотрите, какой вид. Со всех окон прекрасный панорамный вид. Теплотехнический институт наш любимый. Перекресток улицы Кирова, проспекта Победы. Вот, можно даже приоткрыть по шуму. При открытых окнах. Здесь дом немножко подаль стоит, поэтому шуму, сильного шум тревожить не будет. Под окном сделан хрущевский холодильничек еще прежний. Кто знает об этом, кому это знакомо, поставьте лайк. Газ, газовая плита, горение совершенно новое. Обратите внимание, идеальная плита, она совершенно новая плита. Счетчик на газ уже установлен. Здесь есть умывальник. И далее проходим в зал. Зал большой, 18 квадратов. Потолок у нас натяжной матовый здесь сделан. Опять же, новый радиатор отопления поменяли. Смотрите, сколько секций. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 секций. Очень тепло. Здесь вот тройное большое окно. Опять же, такой же вид. Это у нас западная сторона. Пол деревянный. Вот я хожу, у меня вес большой относительно и особо не скрипит. И вторая комната, спальня. Тоже вид опять же на запад. Тоже окно поменяли. Радиатор отопления тоже поменяли.
Тут даже ощущение очень теплое, светлая квартира, конечно. Инсоляция здесь стопроцентная. Вот. И никогда вам скучно не будет, потому что вид из окна, вот солнечная сторона. Вот у нас на город, на салют вид. Над вами соседей уже не будет никаких. Крышу в этом году капитальный ремонт же сделали, крышу сделали. Так, далее. Давайте с вами. Так, я вам сейчас покажу электросчетчик. Вот здесь. Он в квартире, менять его не надо, он новый. И вот у нас выход из квартиры. Выходим мы. Так, ну вот у нас состояние подъезда какое. В подъезде, кстати, сделали ремонт. И вот настолько тепло сейчас, потому что, смотрите, даже вот картиночки кто-то повесил. Контингент здесь живут в основном пожилые люди. Ни мусора здесь, конечно, никаких тут, ни шприцов, ни бумажек, ничего. У них поменяли. И вот видите, у них отопление как не пожалела управляющая компания. Поставила биметаллические радиаторы. У них доска объявлений. Вот какой тоже, смотрите, радиатор. При входе сделали. Ох, зимой здесь жить, конечно, благоприятно. Так, у нас домофон. У нас прилегающую территорию. Сейчас с вами посмотрим этот двор у нас. Сейчас пойдем посмотрим со стороны проспекта Победы. Вот у нас въезд с проспекта Победы. Там у нас получается новый мост. Новую дорогу здесь расширили, у нас целый год делает, даже больше года мост. И вот наш дом, вот въезд. Так, ну вот у нас всеми любимый Бургер Кинг. А квартира наша, смотрите, вот пятый этаж, он прямо видно даже, да? Одно окно сюда и три окна. Вот он, проспект Победы, 166. Это у нас теплотек здесь. Вот пятый этаж, окошки все, получается, вот они открыты. У нас пятый этаж. Вот, ребят, пишите в комментариях, что думаете об этой квартире. Купили бы ли вы квартиру в этом доме здесь? По обыкновению ценник будет в объявлении. Пишите в комментариях, кому интересно данный объект. Потому что по ценнику мы пока еще тоже не определились. Я думаю, сегодня-завтра, в течение 2 дней, определюсь и начнем рекламировать данный объект. Полностью готова к продаже квартира. Зарегистрированных лиц нет. Никаких перепланировок, обременений, ничего нету. Все, всем спасибо, что смотрите. Пока-пока.